Тема сегодняшнего урока – создание анимации на основе контура с помощью клипарда с мягкими краями. Итак, создадим дубликат нашего слоя, создадим новый слой прозрачный, берем кисть черного цвета, делаем отпечаток кисти. Сейчас будем делать клипард с мягкими краями. Нажимаем на клавишу контур на наше изображение кисточкой, выделение инверсия, переходим на цветной фон, клавиша Delete, выделили наше изображение, посмотрим, что получилось. Вот такое мягкое выражение, цветное изображение. Так, клипард у нас готов. Теперь переходим к изображению, к созданию контура нашей девушки. Итак, создать, еще раз дубликат создадим на всякий случай, изображение коррекция, обесцветить, изображение коррекция и уровни усилим черно-белый наш оттенок, для того, чтобы наш контур был более четким и ярким. Создать дубликат слоя. Опять изображение коррекция, инверсия. Дальше переходим в режим наложения. Режим наложения линейный осветитель. Идем в фильтры. Фильтр другое, минимум. Вот получился у нас такой карандашный рисунок. Объединим с предыдущим черно-белым изображением. Усилим наш черный цвет, наш карандаш, изображение коррекции, опять уровни. Двигаем черный полудонок к центру. Окей. Берем кисточку белого цвета с мягкими краями. Размер, диаметр устанавливаем таким образом, чтобы можно было закрасить белым цветом вот такой черный шум вокруг нашего изображения. Просто уберем его с помощью белой кисти. Пройдемся по всему изображению, уберем то, что нам не нужно. Потому что сейчас мы будем выделять только наш черный цвет имитации карандаша. Вот так будет достаточно, я думаю. Далее мы сейчас эти два слоя объединим между собой. Объединить с предыдущим. И теперь уже можно выделять наш черный цвет, наш карандаш. Но выделять мы его будем также с помощью инверсии. Итак, выделение, цветовой диапазон. Ползунком здесь поводим, выделим то, что нам нужно. Так. И опять нажимаем выделение, инверсия. Клавиша Delete. Так. Шаг назад. Выделение инверсия. Клавиша Delete. Вот так. Что мы выделили, сейчас увидим, если мы создадим еще один слой. Выполним заливку нашего слоя. Цвет выберем. Пусть будет такой глубокий синий. Вот такая заливка. Открываем наше изображение с клипартом мягкий край. Усилим его, создадим еще раз. Продублируем. А нижнюю часть изображения, то, что у нас получилось вот здесь, мы сейчас сделаем просто наложением узора. Так, контур G два раза. Ой, нам нужно узор повторить. Контур, вернее, повторить. Контур. Вот он, контур. И сделаем его с помощью режима наложения, параметра наложения, узор. Вот он, наш узор пошел. Первый квадратик. Второй квадратик, то же самое, параметра наложения. Второй узорчик.
И третий параметр наложения, наложения узора. Третий слой. Итак, три слоя. У нас такие золотистого оттенка. Они анимированы у нас на изображении, так как мы занимаемся с вами анимацией. Так, проверим, как они работают. Выставим время 0,1 секунда на первом кадре, чтобы остальные шли с таким же временем. Второй кадр, подключаем второй наш слой с рисунком. И третий. Посмотрим, как у нас все это работает. Вот такой нежный, приятный блеск. Так. Ну, мне что-то не очень нравится изображение. Здесь вот, давайте посмотрим, вот так нам будет лучше. Вот так еще нам будет поярче. Объединим эти наши слои девушкой. Так, объединим слои. И мягкой кисточкой уберем ненужный такой навязчивый красный. Убавим прозрачность, чтобы помягче было наше изображение. Вот таким образом. Так. Ну и что бы я еще сделала? Усилила бы еще здесь синий цвет. Выполнил заливку. Цвет возьмем еще более глубокий, почти черный. Вот так, наверное, будет лучше. Вот наша анимация выглядит таким образом. Так. Хорошо. Сейчас я выберу свои заготовки и посмотрю, как это работает именно вот на нашей анимации. Беру свою папку. Анимация, заготовки для анимации. Так. Какую мы выберем анимацию? Может, вот эту вот. Так, сейчас она откроется. Проверим, сколько у нас здесь слоев. 160 слоев. Это, наверное, будет многовато. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. Ну, хватит с меня. Так, 12 слоев. Вот они. 12 слоев. Нажимаю. Ctrl. Shift. Вот они. Дальше связать слои. Связывать слои. Перекидываю на нашу анимацию. Так. Итак, посмотрим, что у нас тут вообще происходит. Перекинем наш синий цвет поверх этой нашей анимации. Создадим режим. Проверим, какую замену света. И, наверное, так, давайте возьмем замену света. Хорошо. Отключим все эти наши слои нашей анимации. И на втором кадре начинаем уже работать. Второй кадр, первый слой. Третий кадр, четвертый слой. Создадим новый, это пойдет пятый слой. Я говорю так, как они у меня идут. Так, и так далее, пока мы не откроем все слои наши до 12. Это нужно для того, чтобы была слаженность в анимации вот этого золотистого цвета. Дублируем еще раз наш первый кадр. И теперь параметры наложения поставляем по очереди. Первый, второй, третий, второй и так далее. Первый, второй, третий до конца, пока не кончатся наши кадры. Прошлись по последнему кругу. Хорошо. Берем наш первый ненужный. Ну, глянем теперь, что у нас получилось.
Вот таким образом наша девочка. А что здесь не нравится? Вот верхние вот здесь огрехи. Давайте еще раз создадим синий цвет, создадим дубликат слоя. Перекинем его на самый верх. Режим наложения обычный сделаем. Возьмем ластик, можно взять 100%. Освободим только середину, для того, чтобы нам не выделять, освободим наверх ножку. И у нас получилось. Итак, до новых встреч. С вами была Бет.